Привет, друзья! Ставим лайки, подписываемся. Итак, поехали! Али Басов после скандала с отравлением вновь попал в больницу. Продюсер группы «Нана» отправился в клинику. Барри Али Басов подвергся болезненной процедуре. Шоумен прошел еще одно медицинское обследование. По словам представителя продюсера Вадима Горжанкина, знаменитость побывал у гастроэнтеролога и сделал гастроскопию. Продюсер предоставил доказательства того, что действительно ранее отравился жидкостью для чистки труб. Пиар-директор отметил, что врачи подтвердили диагноз, который ранее Барри Али Басову поставили вне имени Склифосовского. Согласно медицинскому документу, у Барри Али Басова химический ожог пищевода и желудка. По словам врача, такие повреждения могут быть получены из-за токсического действия щелочей и щелочных веществ. Барри Али Басова заподозрили в инсценировке отравления. Многие представители российского шоу-бизнеса и рядовые россияне посчитали, что история с отравлением и госпитализацией шоумена – это всего лишь мерзкий спектакль, придуманный ради пиара. А как вы считаете, действительно ли это был пиар? Поделитесь своим мнением. Благодарю вас за просмотр. Ставьте лайки и дизлайки. Пишите ваши комментарии. Делитесь видео с вашими друзьями в соцсетях. Подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик. Впереди вас ждет много интересного и захватывающего. До новых встреч!